В Махачкале прошли выборы председателя молодежного парламента при Народном собрании республики. Единогласным решением молодежным лидером был избран Сергей Никитин. Нового председателя поздравили старшие коллеги. На заседании присутствовали представители Народного собрания во главе со спикером парламента. Как отметил Хизри Шихсаидов, сегодня в Дагестане очень много талантливой и активной молодежи, и именно они в будущем будут руководить республикой. Любая работа начинается с порядка и дисциплины. На каждой сессии молодежного парламента отсутствовало 30%, более 30% членов молодежного парламента. Я попросил новых избранных руководителей вас самих быть дисциплинированными и заниматься всеми теми вопросами, которыми наделен молодежный парламент. Потому что мы его создаем, мы подбирали вас долго, вы проходили конкурс, была борьба какая-то определенная. И после этого расставляться и нарушать дисциплину, допускать этого нельзя ни в коем случае. Уверен, вместе с вами у нас все получится. Рассчитываю на вашу поддержку. Также скажу, что хочу, чтобы мы все вместе делали ту работу, которую Хизри Саид будет нам поручать, которую старшие товарищи будут нас направлять, чтобы мы все вместе это делали, чтобы не каждый, чтобы каждый тянул одеяло на себя, а вместе сплоченно работали на благо нашей республики и страны в целом. Спасибо большое еще раз за доверие. Буду стараться оправдать. Спасибо большое.